Больше 1,5 миллиона рублей удалось собрать для тяжелобольных детей на благотворительном аукционе. Именно в такой форме прошла 4-я церемония награждения народной премии «Золотая вилка». Победителями стали рестораны, получившие большинство голосов сургутян и гостей города. 100 тысяч 2,5, уважаемые дамы и господа. Наш первый лот. 100 тысяч. Номер 2, 3. Спасибо. Второй год подряд народная премия «Золотая вилка» начинается не просто с концертных номеров и награждений победителей, а с благотворительного аукциона, суть которого – собрать как можно больше денег для лечения тяжелобольных детей. Рестораторы выставляют свои блюда, а гости, партнеры и друзья издательского дома «Победа» приобретают их за внушительные суммы. Такая поддержка со стороны, она очень важна для детей, которым требуется дорогостоящее лечение. И благодаря этому проекту мы видим, сколько много неравнодушных и золотых сердец в наше время. На этот раз сумма получилась более 1,5 миллионов. Эти деньги могут дать силу и возможность реализовать мечты о полноценной жизни 11 ребятишкам. Именно столько лотов было выставлено в этом году на аукцион. Спасибо вам большое. От детей, которых вы помогаете, и от их родителей. «Золотая вилка» – это ежегодная награда в сфере ресторанного бизнеса, которая вручается в городах России лучшим ресторанам по итогам народного голосования. Организатор премии – журнал «Выбирай». Премию всегда поддерживают достойные партнеры. Представляясь в рамках конкурса «Золотая вилка», мы делаем акцент на то, что хорошая кухня является важным в процессе получения полноценного отдыха. И также, сотрудничая с издательским домом «Победа», делая общее дело, мы способствуем развитию благотворительного фонда «Северный ангел». По словам организаторов, борьба была жаркая, как никогда. Некоторых от «Победы» отделяли считанные пара-тройка голосов, но все решили исключительно горожане. Они приложили максимум усилия, максимум работы для того, чтобы клиент еще больше полюбил это данное заведение, которое они посещают. И я думаю, что на следующий год данный конкурс будет еще более активный, потому что у нас открылось очень много интересных заведений в городе. Произошла прям вспышка открытий за открытием. «Золотые вилки» в своих номинациях на этот раз достались ресторанам «Донна Пицца», «Экстрим», «Ретро», «Дрова», «Япона Хата», «Оранжевый диван» и кофейни «Капелька любви». На днях издательский дом «Победа» проведет церемонию награждения «Золотой вилки» в Нижневартовске. Она пройдет также в формате благотворительного аукциона. Елена Малышкина, Виталий Торопов, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».